Проект «10 песен атомных городов» объединил солистов и творческие коллективы из 18 городов присутствия атомной промышленности. Он проводился в рамках программы «Территория культуры Росатома» и был посвящен десятилетию госкорпорации. За 3 месяца было снято более 100 часов видеоматериала. Результатом проделанной работы стали 10 клипов, в которые каждый исполнитель привнес атмосферу родного города. У саровчан появилась уникальная возможность стать зрителем презентации всероссийского творческого проекта. Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. В финальном клипе проекта «10 песен атомных городов» звучит композиция из известного кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания. Ветер перемен». Творческим вдохновителем и художественным руководителем проекта выступил российский музыкант-мультиинструменталист, певец, композитор, аранжировщик и продюсер Тимур Ведерников. Команда Тимура объездила 18 атомных городов и познакомилась с творчеством солистов и музыкантов, выросших в самобытной культуре ЗАТО. Для меня важный, наверное, вот этот эксперимент проехаться по России. Я давно этого не делал, так как так получилось. А как раз это лето, вот прошлое лето, выдалось вот обильным и на поездки, и по атомным, и просто по городам. И я хочу сказать, что у нас, в принципе, очень талантливые, потрясающие, добрые, интересные люди. Вот. И вот с лучшими из них нам удалось сделать вот этот проект. И сейчас вот мы делаем такую живую версию этого проекта. Надеюсь, это тоже будет интересно. Изменения в природе происходят год от года. Непогода нынче в моде. Непогода, непогода. Заречный, Северск, Зеленогорск, Снежинск, Озерск и многие другие города. Педагог Елена Максимова выступает на сцене вместе со своими воспитанницами. Солистки представляют в проекте студию современной музыки онлайн из города Новоуральска. Мне пришло предложение поучаствовать в проекте. Я прочитала положение и ничего не поняла, потому что я не понимала, куда ехать, какие места, что будет в результате. То есть это вот положение было не похоже ни на один конкурс, в которых мы обычно участвуем. И я так его даже где-то про себя немножко так отодвинула. Думаю, я не понимаю, но на всякий случай отправила видео. Вот. И потом пришло подтверждение, что мы пришли, нас взяли в проект, нам предложили записать песни. И я опять не поняла, что надо сделать. Я подготовила одну песню целиком и полностью. Когда приехал Тимур со своей командой в наш город, я не совсем была, наверное, готова, потому что я сделала из четырех песен, которые мне предложили, чтобы мы сделали, только одну, но целиком. Огромный бесценный опыт. Очень много знакомств,
И на самом деле это такое счастье иметь единомышленников, общаться с ними. И главное, видеть, что не только ты занимаешься творчеством, и что не только ты ценишь это творчество так же и посвящаешь эту жизнь именно музыке, искусству. Да, это намного интереснее, когда ты понимаешь друг друга вообще с полуслова, и вы делаете это все вместе, прям вот очень быстро и очень классно. И что мы работаем наравне со взрослыми, вот прям как единое целое на самом деле. Что хотя мы дети сами по себе, и это все очень тяжело, но мы стараемся, и это очень классно. Этот проект уникален тем, что в нем органично то, что как бы в любой другой момент казалось бы эклектикой, да, потому что это такое вот как мозаика такая, да, как лоскутное одеяло. И все, что ты туда кладешь, если это сделано со вкусом, а мы очень старались, когда мы записывали и снимали каждого исполнителя, найти его изюминку, которая вот его показывает, делает его интересным. Да, и вот из этого сшивается такое вот лоскутное одеяло песни. Вот, поэтому чем больше и чем разнообразнее будут жанры, представленные в рамках одной песни, тем она становится интереснее. Вот. И у меня были потрясающие там истории, когда вот мы там приезжаем там, в Сосновый Бор, например, да, и там у меня ребята вот на диджериду, то есть какие-то вообще экзотические инструменты, которые изначально даже не планировались, я даже не представлял, что я их найду. А мы нашли, придумали им место, как бы, да, или какие-то там народные, да, дела, вот даже вот с горницей придумали потрясающие какие-то места в песне. Вот. Так что здесь это как такое, то есть есть, знаете, есть моноблюдо в кулинарии, а есть такие вот, как большая солянка сборная. Вот это такая очень вкусный винегрет. Руководитель образцового ансамбля народной песни «Горница» Ирина Оськина вместе со своими подопечными однажды решила пойти на творческий эксперимент и не прогадала. Ее воспитанницы стали одними из тех, кто представлял наш город на всероссийском творческом проекте, посвященном юбилею госкорпорации «Росатом». Моего коллектива, образцового коллектива народной песни ансамбля «Горница», это, конечно, тоже новизна в работе. Почему? Потому что нам была команда подготовить песню «Мама» из известного советского фильма «Мама». И я еще задавала вопрос, ну как же народными голосами эстрадную, это же все-таки эстрадная песня, все это попробовать сделать. Но когда я при встрече Тимур показал, какие там у него записи, что, и он сказал, моя идея – соединить вот эти все изюминки, которые, например, поет академические оперные певицы, и вдруг после нее эстрадные голоса звучат, после эстрадных голосов вдруг раз – и звучит фольклор. Дудочка, какая-то свирель, какой-то уникальный этнографический инструмент. Все это видно, если люди ознакомлены вот с каждой песней, они увидят, в каждой из 10 песен царит добро, энергия положительная, солнце, свет.
наша уникальность, изюминка, то, что мы, мне кажется, более правдивые. Ну, как можно сравнивать профессионала, который, в принципе, это его профессия, он зарабатывает деньги на это, да? А здесь многие люди без этого просто не мыслят жить. То есть, вы представляете, человек, отработав, да, на своем предприятии, он приходит домой, потом идет на репетиции в творческие коллективы, а за этим еще следуют концерты всевозможные, да? Это те люди, которые, мне кажется, что уже без этого не могут жить. Вот отними у них это. Это своеобразная отдушинка. Проект как раз именно направлен на то, чтобы немножко породниться и городами, зато именно песня, именно музыка, она объединяет людей, что и характерно для сегодняшнего времени, чтобы люди объединялись для каких-то общих целей и задач. С вами была программа «Живой звук» и я, Дарья Цапарыгина. Смотрите канал 16 и слушайте только хорошую музыку.